Всем привет, с вами Евгений. Как вы, наверное, уже знаете, у компании Sony состоялся ограниченный запуск фирменной услуги My Xperia. Это служба безопасности, которая позволит найти ваш девайс, заблокировать его, либо стереть с него все данные. В настоящее время он работает только на Acro S, которые были приобретены в скандинавских странах. Полномасштабное развертывание запланировано на второй квартал. У меня как раз Acro S для одной из скандинавских стран, стран Северной Европы, не знаю точно для какой, но это не важно, и Xperia V. Я продемонстрирую, на что способен этот сервис, ну и поймете, что к чему. Установить он предлагает сам себя в обновлении. Здесь появляется то ли в системе, то ли где-то, в общем, оповещение о том, что появилась новая фишка. Что-то там Acro S ищет. Ничего не нашел. Итак, мы устанавливаем его. Настройка производится в пункте Xperia. Вот здесь My Xperia. В случае утери устройства ищите, блокируйте его, стирайте с него все данные с помощью My Xperia. Заходим, вводим здесь наш аккаунт Google, после чего можем получить доступ к устройству с любого девайса с выходом в интернет. Нужно только зайти вот по этому вот адресу. Зашли вот на Xperia V. Входим через наш аккаунт Google, к которому привязан Acro S, тыкаем на него, и сейчас будет происходить определение местоположения. GPS. Принудительно, кстати, GPS не включается. Проверял. Итак, нашел. Отсюда мы можем перейти к Google картам, если нажмем на вот эту вот капельку вверх ногами. Можем сделать предупреждение, тревогу включить. Звук будет играть на устройстве на максимальной громкости, и девайс ваш будет вибрировать в течение 60 секунд. Так, смотрим. Беззвучный режим. Стоит беззвучный режим. Посмотрим, как будет работать. Play sound. Вы нашли его. Данная фишка поможет вам найти аппарат где-то дома, если вы потеряли. Под диваном или где-то еще. Выключить. Далее функция lock, то есть блокировка. Можно заблокировать устройство, если вы где-то потеряли на улице, оставили в кафе. Можем оставить сообщение какое-нибудь. Ну, например, сообщение «Привет». Ввести номер телефона, по которому нужно позвонить для возврата. Ну, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И номер блокировки. Заблокируется девайс. Все единички поставлю. Все, заблокировать. Девайс заблокировался, и можем вызвать владельца по номеру, который был указан. Также здесь сообщение «Привет». Ну, естественно, если вы потеряли телефон, то не надо писать «Привет», просто какие-то свои контактные данные укажите, пообещайте вознаграждение или что-нибудь еще. Или пригрозите ему. Вводим пароль. Окей. Все. ПИН установился в настройках. Убирается он этим кодом. Все. И последняя функция Erase, то есть удаление всех данных. И фото, и музыка, и видео, и контакты и прочее, прочее. Я пробовать не буду, потому что там кое-что еще важное есть. Сама Sony говорит, что телефоны стали для нас такой же ценной вещью, как ключи от дома или кошельки. И с этим трудно не согласиться. Конечно же, аналоги этого сервиса есть. Однако очень приятно, что, я так понимаю, он будет идти из коробки на всех новых Xperia со временем. И его получит старый Xperia с обновлением. Если у вас есть какие-то мысли по сервису, делитесь в комментариях. Спасибо за внимание, подписывайтесь. Оценивайте и до свидания.